сюда, сюда, давайте, оттесняю. А вон придет. Взяли, взяли, все, пошли, толкай. Убирайте людей. Все, выходим, пошли. Не трогайте! Не трогайте! Вы не пожалуйста! Миша, это не читай. Чоп на войне! Вообще! Уважаемая страна! Люди умные в области уволились, и чопа из полиции. Только видишь, полицейских уволилось из Архангельской области. Приехали те, кому насрать. На себя, на страну, на людей. Вот такая вот кашечка. Что делаете? Убирай, убирай. Господи, вы что делаете-то? С ума сошли? Господи, да что вы делаете? Не трогайте меня! Не трогайте меня! Да, по ногам-то идет я. Где держите? Где полиция? Где полиция? Полиция, охраняйте! Честный порядок! Вызывайте полицию! Садитесь на полиции! Кто полиция? 2-2 вызывайте! А это разве не полиция? Женщина, выпей, отойдите. Не надо! Невозможно, конечно, спокойно смотреть на эти кадры, не потому, что мы здесь видим, ну, большая куча людей в черном, в масках, пытаются этих несчастных активистов отодвинуть, поднять их с земли, расчистить дорогу для того, чтобы машины следовали, чтобы мусорка в этом месте состоялась. Но я зашел в Википедию, посмотрел, что это за ШИЕС такое. Оказывается, это железнодорожная станция, и в Википедии, по крайней мере, стоит, что там проживает 0 человек. Не знаю, насколько это правда, но если действительно ближайший поселок от этого места в 23 километрах, и даже в этом поселке проживает всего 700 человек, то видно, что власти пытаются найти уже такие совсем пустые заброшенные места и там создавать свои мусорные полигоны. И по большому счету акции вот этих людей, экологов или гражданского общества, то, что мы называем, они бессмысленны. Ну, потому что полигон все равно будет создан. И потому что не будет поддержки, не будет большой толпы народа, не будет жителей, которых там просто нет. И поэтому эти 5-10 человек бросаются под колеса этих машин. И бессмысленно еще и потому, что по большому счету нет этих перерабатывающих заводов, есть это колоссальное количество мусора, которое нужно куда-то девать, и все равно в России на огромной ее территории будут эту территорию захламлять и заваливать мусором. То есть не пытаются найти выход, закупить оборудование, создать перерабатывающие цеха, а вот таким простецким образом вывезли куда подальше, вывалили, и будем возить что хотите, то и делайте. И глядя на все это, становится грустно, грустно за этих людей, которые совершенно бессмысленно сопротивляются, абсолютно бессмысленно. Не смогут они остановить этот поток, спасти это место они не смогут. Отчаянные попытки вызывают, конечно, уважение, а еще больше, я бы сказал, это показывает другим, что даже вот такая маленькая группка, 10 человек, посмотрите, на сколько времени они умудряются все-таки остановить это движение,
И сегодня есть информация, что 3 человека серьезно пострадали, одному разбили губу, другого выбросили в яму с водой, женщина получила увечья, но они сопротивляются. Такие примеры должны другим показать, что если 10 человек могут создать столько проблем, то представьте, если бы 200 человек, а если бы было 2000 человек, что бы они смогли сделать? Да, по ногам-то идет я. Не надо.